же несчастном Губинском районе выросло количество врачебных ошибок. Недавно ребенка сделали инвалидом. В Губинском районе увеличилось количество заболеваний просто в разы. А почему? Потому что федеральные деньги отпущены на программу «Чистая вода». Потрачены непонятно как и непонятно где. Село Сельбитово, того же Губинского района. Буквально 2 недели назад мы сняли материал. У детей нет места в площадке, где они играют. В конопле, на лошадке, прямо на цыгане улице этого села Сельбитово. Прокурор области, твои дети играют в конопле на лошадке. Те дети, которые ходят на детей. Прокурор области! Не можешь руководить, уйди! Отдай свое кресло тем людям, которые наведут здесь порядок. А вот здесь вот мы видим яму, да? Здесь можно наступить и туда все обрушится. А там мы видим штыри, на которые человек, упавший туда, спокойно оденется. То есть это не просто опасно, это очень опасная вещь. И мы это видим прямо напротив прокуратуры. То есть око государева настолько уже ослепло, что оно даже не видит того, что напротив них прям делается. Вы получаете заработную плату за работу, которую не осуществляете. И при этом вы еще говорите о том, что у вас есть честь мундира, честь офицера.